Здравствуйте! Я хочу представить вам книгу американского ученого Александры Семеновой «100 интересных фактов о собаках». Эта книга в оригинале называется «100 мифов о собаках», и она создана на богатом исследовательском материале, который Александра Семенова собрала в ходе своей научной работы и за то время, пока она наблюдала свою собственную стаю собак. Эта книга, по сути дела, аккумулирует все знания психологии собак, которые нам доступны в настоящее время. Конечно, здесь опущены многие подробности, но самое главное, что здесь приведены самые распространенные заблуждения о собаках и современная точка зрения на эти заблуждения и современный путь, как можно было бы решить те или иные проблемы и смотреть на ту или иную сторону собачьей жизни. То есть, если вы сегодня хотите быстро познакомиться с психологией собак на уровне владельца собаки или на уровне тренера, вы можете просто приобрести эту книгу и получить первое представление о том, что такое собака, как с ней взаимодействовать и что надо сделать, чтобы не допустить самые распространенные ошибки и таким образом испортить очень многое в своих взаимоотношениях с собакой. Я приглашаю вас на наш сайт dogfriend.org, где вы можете познакомиться с нашей издательской программой, с нашими статьями, вебинарами и семинарами, а также со статьями по психологии собак. Возможно, это откроет вам дверь в мир кинологии.